В спортзале детско-юношеского центра завершилось открытое первенство по баскетболу среди юношей 2004 года рождения и моложе. Турнир собрал 6 команд из Петрозаводска, Коряжмы, Архангельска и Северодвинска. В таком юном возрасте для начинающих баскетболистов решающим фактором их спортивного роста является игровая практика. В следующем году подопечные Руслана Наманова будут участвовать в первенстве России по своему году рождения, а на домашнем турнире 24 северодвинца опробовали свои силы. 4 дня 6 команд играли по круговой системе, каждая по 5 матчей, и по итогам группового этапа в финал вышли самые лучшие. В финале мы играли с Коряжмой, выиграли уверенно, 75-28, да? 75-28, в принципе, все нормально. Но вопросы остаются, над чем работать. Работы больше, чем... Не початый край. Вот. И более-менее устраивает первая пятерка, которая выходила в первой команде. А все остальное тут еще... В итоге золото турнира уверенно завоевали баскетболисты первой команды ДЮСШ-1, серебро у сверстников из Коряжмы и бронзовые награды увезли гости из первой дружины Петрозаводска.